А вот я стою на улице Советской. Тут остановка возле гастронома центрального по Советски. Он у нас стоит напротив бывшего ресторана «Тюльпан» или кафе. Сейчас «Марко Поло» называется, вот даже вывеска новая. «Марко Поло». Вот остановка. Тут автобусы сейчас заняли вид и пространство. Я пока покажу, вот здесь строительство идет, здесь какого-то нового здания. Нигде не написано, что это за здание. Никого не спрашивал, никто тоже мне не мог ответить. Кран тут стоит. Ну вот, автобус уехал. Дальше мы видим магазин «Глобус» бывший. Вот такая картина. Сегодня жарко очень здесь. Плюс 30, даже больше. Температура. Кто-то волосы продает и покупает. Сейчас «Глобус» вот перевели вот в этот угловой отдел гастронома. Если внутрь туда зайти, там все, что в «Глобусе» есть. Все тут было в том магазине. Радиодетали там в основном сейчас. Ну и также и газеты. Вот такая вот картина.